Привет, ребята! Сегодня прекрасная погода, и мы всей семьей решили погулять вдоль Дзержинского карьера. Это ближайшее Подмосковье популярное место. Летом сюда приезжает очень много людей, чтобы искупаться и отдохнуть на пляже. Но сейчас еще холодно и никого нет. С нами идет наша собака Зинка. Прогулка начинается с крутого подъема. Сейчас заберемся наверх и посмотрим на карьер сверху. Пока мы поднимаемся, я хочу сказать спасибо одной девушке. Ее зовут Женя. Она живет в Красноярске, и она не походница. Женя, большое спасибо вам за ваше творчество. Я очень люблю смотреть ваши выпуски. Ссылочку на непоходницу я оставлю в описании. Кому интересно, посмотрите. Подъем пройден до середины. Пора перевести дух и подождать отстающих. Аринка и мама немного отстали. Продолжаем потихоньку подъем. Аринка играет с песком и рассказывает что-то папе. По дороге наверх Аришка куличик слепила. Мы наверху, сижу, смотрю вниз. Очень красивый вид. Немного отдышались и идем дальше вдоль обрыва по тропинке. Наслаждаемся видом. Наша Динка очень любит гулять. Мы ее постоянно берем. Летом. Да. Я свалилась. Хотя нет, там деревьев побольше было. Я за какое-то трухлявое дерево ухватила, чтоб не упасть. Как вы думаете, оттуда спуститься можно? Спуститься, наверное, туда можно. Просто потом будет очень тяжело оттуда вылезти. К сожалению, пока спускаться и лазить по песку нельзя. Вся одежда будет в песке. Вернусь сюда летом. Вообще, выдвинулись мы не просто так. У нас есть цель. Нужно дойти до поворота, за которым должен скрываться каменный остров. Если мы найдем его, то летом совершим поход на этот остров по воде на лодке. Мы встретили растение, которое очень похоже на вербу. Я ее трогаю, распустившиеся почки. На пальцах остается пыльца. Смотрите, какие крутые скалистые обрывы. Папа решил немного пройтись по ним. Это опасно, далеко мы его не отпустим. Папа, ну-ка вернись назад. Это
Этот выступ пошире, на него уже можно спокойно зайти и полюбоваться видом. Наш остров где-то там, за поворотом. Идем на поиски. Арина играет с песком. Папа, давай попробуем зайти за вон тот поворот. Я туда и хочу зайти. Да ну, правда? Да. Пойдемте дальше. Папа, пойдем туда. Пойдем. Туда. Тропинка ведет по самому краю. Мы продвигаемся вперед. Давай. Вид вокруг просто потрясающий. Как же хочется спуститься вниз по песку к воде. Летом бы я это сделала, но сейчас не буду. Вся одежда будет в песке. Арона летит. Или кто? Это ворона, да. Ворон-каркуша. Обалдеть, огромное дерево свалилось. Видимо, это случилось зимой. Когда я была тут осенью, его тут не было. Аринка продолжает песочные игры. А я нашла интересные почки. До поворота. Осталось зайти за него, и мы должны увидеть каменный остров. Давай лапу. Зашли за поворот. Остров видно вдали. Спускаемся ближе к берегу. Нашли огромное дерево. Посмотрите, у него нет корня, но оно стоит тут, как будто великан мимо шел. Я оставил тут свою палку. Знаешь, что я там увидела? Что? Там что-то похоже на корабль. Правда? Да. Вон, видишь, там белое полотно. На спуске обнаружили развал из громадных валунов. Где-то.
щель какая-то. Папа, здесь раньше, наверное, кто-то жил. Тут тысячи маленьких норок толщиной с детский пальчик. Интересно, кто их сделал? Спускаемся вниз, к берегу. Остров находится там, в середине карьера. Хотим посмотреть на него поближе. Ого, смотрите, бобер плывет! Мы встретили бобра! Там еще. Пойдем наверх. Запомни. Иди. Ничего себе. Остров мы нашли. Это круто. Значит, летом мы посетим его на лодке. Аринка решила немного полазать по деревьям. А я прощаюсь с вами. Всего самого лучшего. Пока.